Испугался Тоша. Хотела вам показать, как он садится в кормушку пустую. И там начинает издавать звуки. Я так думаю, что ему, наверное, понравилось, что издает эхо. Ну, чуть-чуть вы увидели. Вот, понаблюдайте сами. Видите? Сел голову в кормушку пустую. И что-то там кряхтит. Эхо. Эхо раздается. Ему, наверное, видно, нравится. Тоша, что там тебе нравится? Что тебе там нравится? А? Тош, что ты там делаешь? Расскажи. Тош. Мы в эту кормушку уже ничего недавно не насыпаем. Он знает, что там ничего нет. Значит, нравится ему эхо. Напишите в комментариях, как вы думаете, что же он там делает. Подумаем все вместе над этим вопросом, да, Тоша? На этом видео с вами заканчиваем. Всем пока, до новых встреч на канале Попугайчик ТВ.